Пожалуйста. Спасибо большое. Я хотел бы задать вам следующий вопрос. В связи с последними событиями, в первую очередь на Земле, ситуация постоянно развивается в связи с беспрецедентным санкционным давлением на Российскую Федерацию. Изменилась ли как-то позиция России? Можете ли вы это сформулировать? И как вы считаете, в принципе, слышит ли Россию мир? И также я хотел вас спросить, как вы смотрите на данный момент на продолжающиеся переговоры в Беларуси? Чего стоит ожидать от следующего раунда? Спасибо. Ну, это такой заход очень комплексный. Но скажу, постараюсь коротко, потому что вы затронули очень многие темы. Я уверен, что Россию мир слушает. Насколько нас слышат, пока мне сказать трудно. Думаю, что большинство понимает, о чем идет речь, но вынуждено подчиняться самому жесткому, жестокому диктату. Если говорить откровенно, конечно, очень плохо, когда гибнут люди. И военнослужащие, тем более гражданские, женщины, дети, как это было 8 лет на Донбассе, и как сейчас тоже происходит во время нашей специальной военной операции, которая призвана положить конец любой войне, которая могла бы происходить на украинской территории и проистекать с украинской территории. Но более, конечно, это решение будет найдено, я не сомневаюсь. Условия, которые являются минимальными для нас, хорошо известны. Они обсуждаются в том числе и на переговорах с украинской стороной, как это было в Гомеле, как должно состояться сегодня. Опять украинская команда какие-то причины нашла, чтобы эти переговоры перенести. Ну, наверняка они получают указания из Вашингтона, у меня никаких сомнений нет, эта страна совсем совершенно не самостоятельная. Но, тем не менее, должны состояться переговоры. Я не буду сейчас проходить детально по тем пунктам, которые рассматриваются, они, по большому счету, хорошо известны, и мы не можем больше позволить, чтобы с территории Украины исходила угроза прямого нападения на Российскую Федерацию. Такие угрозы закреплены в нынешних доктринальных документах киевского режима. И, конечно же, стремление, неуемное стремление Украины в НАТО и полное нежелание натовцев выполнять обязательства, которые требуют не принимать никаких мер, которые будут укреплять твою безопасность за счет моей безопасности, конечно, это все является среди главных причин. Но я хотел сказать несколько другое. По большому счету, это ведь не просто ситуация на Украине, не просто задачи по демилитаризации, денацификации этой страны, недопущение того, чтобы на ее территории продолжались проявления геноцида и прекращение любого насилия и обеспечение украинцам возможности самим определять свою судьбу. Но речь-то ведь идет о миропорядке, и не случайно Запад всеми правдами и неправдами уходит от реакции на наши абсолютно ясные, абсолютно четкие, опирающиеся на имеющиеся договоренности предложения касательно архитектуры безопасности в Европе. Я упоминал ключевой принцип, который был одобрен на высшем уровне, его ОБСЕ, в отношениях между Россией и НАТО. Да, право выбора союзов признается за каждой страной, но при этом ни одна страна не может укреплять свою безопасность за счет безопасности любой другой страны. И при этом же ни одна организация не имеет права претендовать на доминирующую роль на пространстве Евроатлантики. Чем сейчас НАТО активно занимается? Ну а укрепление безопасности Запада за счет безопасности России, это уже стало притчей во языцах. И нам говорят, вы не волнуйтесь, включение Украины в НАТО или какой-либо еще страны, не являющейся сейчас членом Альянса, это не будет создавать угрозы для безопасности России. Ну с какой стати Запад за нас определяет, что нужно для нашей безопасности? Так же, как он за Германию, за Европу, американцы определяли, что нужно для энергобезопасности европейского континента и решили, что «Северный поток-2» не нужен для обеспечения безопасности Евросоюза в энергетическом плане, поскольку эта безопасность будет обеспечена поставками американского сжиженного природного газа в несколько раз дороже. Вот о чем идет речь. Речь идет о том, что нас слушают, но не слышат, и пытаются нам всячески навязать свое понимание того, как дальше жить в Европе.
И вот, вы знаете, у меня просто уже напрашиваются сравнения такие. В свое время и Наполеон, и Гитлер ставили задачу подчинить себе Европу. Сейчас ее подчинили себе американцы. Ну, понятно, в НАТО там вообще даже вопросов не возникает, а Евросоюзу указали на его место. И история с «Северным потоком-2» прекрасно продемонстрировала, какое же настоящее место у Евросоюза на мировой арене. Просто заставили, и все. И сейчас, когда, ну, я даже не знаю, когда идут разговоры, звучат требования из западных столиц, это, понимаете, это вот точно совершенно создается картинка на мировой арене. Как в Голливуде есть абсолютное зло и абсолютное добро. И абсолютное добро, конечно же, воплощено в персонаже, который, собственно, и является сценаристом этого боевика. Печально. Я уверен, что эта истерия пройдет, перебесятся наши западные партнеры, я по-другому не могу даже выражаться. Мы готовы всегда к диалогу при одном непременном условии, исключительно на основе равноправия и на основе уважения и учета интересов друг к другу. Спасибо. Коллеги, хотел бы обратить особое внимание, что прямая трансляция также ведется на всех интернет-ресурсах Министерства иностранных дел России. А сейчас передаю слово американскому журналисту телеканала NBC Киру Симмонсу. Прошу вас. Thank you very much. Спасибо большое, господин министр, президент Путин. Его многие описывают на Западе как изолированного политика, который сегодня очень реагирует эмоционально. Когда в последний раз вы его консультировали, и принимает ли он консультации? То, что делает и как делает президент Путин, вы предпочитаете на основе того, что пишет о нем и говорит о нем западная пропаганда. Президент Путин в последние недели многократно и развернуто излагал нашу позицию, которая является отражением позиции российского руководства и вырабатывается в полном соответствии с конституционными полномочиями президента Российской Федерации и таких структур, как Министерство иностранных дел, Министерство обороны, специальные службы и Совет безопасности Российской Федерации. Эта работа проводится на повседневной основе в рабочем режиме, а еженедельно, как минимум, проходят заседания постоянных членов Совета безопасности России. Вот каков механизм выработки решений. Благодарю вас. С нами на связи Нью-Йорк. Подождите, пожалуйста. I'm sorry, I thought we had two questions. I apologize. У нас два вопроса, прошу прощения. Предоставляем вам возможность задать сейчас вопрос. Thank you. Спасибо. Десятилетиями Россия и Америка поддерживали стабильность, несмотря на страхи, связанные с их ядерным потенциалом. Можете ли вы успокоить мир и сказать, что Россия не будет в ярости применять первое ядерное оружие? У нас есть доктрина военная, в которой описаны параметры и условия применения ядерного оружия. У нас там нет никакой эскалации ради деэскалации, как нам пытаются вменять западные аналитики. Но разговор про ядерную войну сейчас ведется. И прошу вас очень внимательно посмотреть на те высказывания, которые звучали, и на тех персонажей, которые эти высказывания делали. Сначала, по-моему, господин Столтенберг в угаре пропагандистском в желании понравиться самым радикальным силам на Западе, заявил, что никто не запретит НАТО делать то, что НАТО захочет, в том числе, если НАТО вдруг решит разместить ядерное оружие на восточноевропейских территориях. Ну, начнем с того, что НАТО не может решать, где ему ядерное оружие размещать, у него его нет, есть оно у американцев. Но намек, который господин Столтенберг сделал, был весьма показателен.
После этого и господин Зеленский стал заявлять, что мы вот возьмем и откажемся от обязательств неядерного государства и обретем ядерное оружие. Вы это тоже помните. Не забудьте посмотреть то, что заявил мой коллега Жан-Ив Ледриан, министр иностранных дел Франции, когда он, так, знаете, он сейчас очень любит горцевать, ну, петух у французов, национальный, так сказать, символ, вот так петушатся они очень часто, и он заявил в очередном, значит, сеансе общения с миром, что Путин должен помнить, что у Франции тоже есть ядерное оружие. Это ж не я говорю, это же и не Путин говорит, это они все стали. И потом, когда госпожа Трасс, недавно назначенная на пост руководителя Foreign Office, заявила, что она готова к конфликту между НАТО и Россией. И обратите также внимание на высказывание вашего президента, господина Байдена, когда, отвечая на вопрос о том, была ли альтернатива вот нынешним так называемым санкциям из ада, он сказал, альтернативой этим санкциям является только Третья мировая война. Всем понятно, что Третья мировая может быть только ядерной. Но обращаю ваше внимание, что это в голове западных политиков постоянно вертится ядерная война, а не в голове россиян. Поэтому я вас уверяю, что мы не позволим каким-то провокациям заставить нас выйти из равновесия. Но если против нас начнут развязывать реальную войну, ну, это, наверное, должны думать об этом те, кто такие планы вынашивает, а они, на мой взгляд, вынашиваются. Спасибо. Мы переносимся в Нью-Йорк. Американский телеканал ABC, Джордж Стефанополос. Прошу вас. Спасибо, уважаемый господин министр. Мы видим, что сегодня Россия бомбит Украину, и гибнут люди, и мир сегодня осуждает в единстве эти атаки. Как вы можете защитить позицию? Так. Вопрос короткий, но вы решили процитировать те слова, которые там у вас на бумаге. Я не могу комментировать вымыслы, каковых сейчас огромное количество. И если вы обратили внимание, Европа, Соединенные Штаты всячески стараются, ну, Европа в основном, прежде всего, всячески стараются закрыть любые средства массовой информации, любые источники, каналы информации из России о том, что происходит на Украине, как развивается специальная военная операция и как украинская армия, особенно украинские неонацистские батальоны, ведут себя по отношению к мирным жителям. Они когда отступают, они просто грабят населенные пункты вот на Донбассе. Их стали ополченцы Донецка и Луганска выбивать с территории. И они, уходя, отнимают у жителей машины, отнимают технику. В общем, ведут себя как мародеры и грабители. И много есть информации о том, какие провокации готовятся, в том числе и в Мариуполе, и на других территориях, где украинцы сейчас пытаются использовать граждан как живой щит. Вот поговорите с индийцами, арабами, африканцами, которые сейчас пытаются уехать из Украины, их не пускают. И вот буквально вчера премьер-министр Индии разговаривал с президентом России, озабочен тем, что один индийский гражданин, студент, погиб на Украине в Харькове. В Харькове нет российских войск, но мы видим ситуацию, когда на Харьковском вокзале не выпускают иностранцев, которые хотят уехать, в том числе через российскую территорию. Мы готовы принять этих студентов. Но перечислять факты мне сейчас просто время не позволяет. Я вас приглашаю на сайт нашего министерства, где подробнейшим образом описывается то, что творит сейчас киевский неонацистский режим. Вы, я знаю, любите слово «убийца». Вот на стороне киевского режима воюют настоящие убийцы. С нами на связи Пекин, медиакорпорация Китая. You mentioned denazification. Do you believe that President Zelensky... Считаете ли вы, что президент Зеленский, первый
первый еврейский президент Украины. Часть семьи была убита в Холокосте, является националистом. И неонацистами. Иначе мне очень трудно объяснить, как президент Зеленский может председательствовать в обществе, где неонацисты и неонацизм расцветают пышным цветом. Они открыто маршируют, устраивают факельные шествия. При этом для этих факельных шествий президент Зеленский выделяет свою охрану из роты почетного караула. Они проводят учения, обучаются методам ведения войны в городе, методам диверсий, провокаций. Все это происходит при президенте Зеленском. И, конечно, когда он заявляет о том, что его дед воевал, ну, посмотрите, какие он подписывает законы. Как может президент, который является человеком мира, как любой еврей должен быть, подписать закон о коренных народах Украины? И среди коренных народов нет русского народа. Как может президент, который не является расистом, подписывать и поддерживать законы, которые запрещают русский язык не только в школах, что само по себе безобразно, не только в сфере образования, но и вообще в повседневной жизни. Там запрет на то, что если ты пришел в аптеку и попросил лекарства на русском языке. Вот. А в России, между прочим, в Крыму, о котором так пекутся некоторые люди на Западе, три государственных языка, чего никогда не было при украинской власти. Русский, крымско-татарский и украинский. И любой гражданин России, живущий в Крыму, имеет полное право в любой государственный или там местный офис обратиться на своем языке. И ему обязано ответить на том языке, на котором он обращается. Поэтому я могу долго перечислять. Вы посмотрите опять. Ну, я знаю, что вы любите такие яркие образы лепить достаточно быстро, и у вас нет времени на то, чтобы заниматься фактами, вчитываться в них. Ну, зайдите хоть раз, потратьте хотя бы полчаса на сайт нашего министерства, на сайт Министерства обороны Российской Федерации. Ну, я понимаю, что вам не разрешат возвышать свой голос. Вот французская журналистка, вчера, по-моему, президент Макрон заявил, что обвинять Зеленского и Украину в том, что там процветает нацизм, это ложь. Ну, ему уже ответили. Но ему ответила лучше всех других его же соотечественница, французская журналистка, которая выложила, посетила Донбасс, описала, как она наблюдала обстрелы школы, как она наблюдала убийство двух женщин, которые в этой школе работали, и как она пристыдила всех западных деятелей, которые отказываются это видеть. Ей, конечно, не разрешили это публиковать, но в соцсетях этот комментарий доступен. Поэтому приглашаю просто фактами, с фактами знакомиться, а не пытаться делать вид, что вот тот самый голливудский боевик развивается по сценарию, который написан вашими коллегами, где есть, как я уже сказал, абсолютное зло и абсолютное добро. Медиакорпорация Китая Стефанопулос, позвольте, пожалуйста, и другим участникам интервью задать свои вопросы. Мы знаем, господин Стефанопулос, и, пожалуйста, не уважайте своих коллег. Спасибо. Медиакорпорация Китая, госпожа Ли Тунтун из Пекина, пожалуйста. Yes, thank you. Благодарю. Вопрос от медиакорпорации Китая. Недавно мы брали интервью у некоторых официальных лиц из Европы, и они заявили о том, что НАТО действительно не хотело расширять организацию на восток, и у России не должно возникнуть никаких проблем с этим. Но сейчас подобные заявления не звучат. Это было раньше, сейчас мы этого не видим. Почему вы думаете, что появились эти изменения? И такие российские СМИ, как «Спутник» и «RT», были заблокированы в ЕС. И в разных соцсетях и СМИ мы видим дезинформацию. Почему это так? Факт невозможно скрыть, то, с чего вы начали, а именно заверения, которые давались
ну, сначала советскому руководству, потом руководству России относительно того, что НАТО не будет передвигаться на восток, что вообще ни единой части военной инфраструктуры НАТО не появится восточнее реки Одер. Но впоследствии вы знаете, что происходило. Президент Путин многократно об этом говорил. 5 последовательных волн расширения Североатлантического альянса. Причем с каждым разом риторика этого альянса и его военное планирование, его военные учения становились все более и более нацеленными против Российской Федерации. Мы многократно об этом говорили, привлекали к этому внимание, но не находили отклика, который подтверждал бы, что НАТО готова разговаривать на равных основаниях, на уважении, на основе уважения интересов и озабоченности друг друга. Я не зря процитировал заявления, которые принимались на высшем уровне в ОБСЕ и в Стамбуле в 1999 году, и в Астане в 2010, и заявления, которые принимались на саммите в Прате-Кодимаре в 2002 году между лидерами России и НАТО, где прямо сказано, что никто не будет укреплять свою безопасность за счет безопасности других. И что ни одна организация в Евроатлантике на пространстве ОБСЕ не имеет права претендовать на доминирование на этом самом пространстве. И то, и другое натовцы категорически отказываются выполнять. Вы спросили, вы задали очень хороший вопрос, а почему это происходит и зачем им надо вот сохранять такую позицию? Я не вижу другого объяснения, кроме как упрямого, упорного желания сохранить вот свое превосходство вот в любой сфере и показать всем, что именно НАТО диктует порядки в Европе. А теперь уже, кстати, Столтенберг заявил, НАТО несет глобальную ответственность за глобальную безопасность. Поэтому насчет того, что альянс оборонительный, это все разговоры, как у нас говорят, в пользу бедных. Если альянс был бы оборонительным, то, конечно же, он должен был себя оборонять, а на него никто не нападал, между прочим. Но альянс сам решал, хорошо, вот мы сейчас обороняемся по условной Берлинской стене, Берлинская стена исчезла, нам бы где-то еще пообороняться. Тогда стали расширяться на восток, и каждый раз самостоятельно, в одностороннем порядке, вот эту самую линию обороны, так называемую, проводили. И она уже подошла вплотную к Российской Федерации. Это объяснялось многократно, и президент Путин в своих публичных выступлениях, в своих многочисленных, многочасовых разговорах с западными лидерами. Все это предельно доходчиво излагал. И когда они вот разговаривают с нами на двустороннем уровне в ходе переговоров, вроде бы они проявляют понимание. Но как только они собираются вместе, с ними что-то происходит. Ну, видимо, происходит то, что там уже Соединенные Штаты руководят и выписывают приказы, распоряжения. Это печально. Мы по-прежнему открыты к разговору. Он все равно когда-то начнется, этот разговор. Но то, что НАТО пыталось сделать с Украиной, все прекрасно знают, как произошел государственный переворот. И государственный переворот, который не был ничем спровоцирован, потому что он произошел через сутки после подписания соглашения между тогдашним президентом и оппозицией о проведении досрочных выборов, на которых точно победила бы оппозиция. И президент говорит своим коллегам, ну и зачем вы сделали, устроили госпереворот? Не было бы его, выполнялось бы то соглашение. Никому бы и в голову не пришло в Крыму поднимать восстание против путчистов. И оставался бы Крым украинским. Это же все рассказывалось, все объяснялось. Но в нынешней ситуации, еще раз говорю, мы не можем сохранять угрозу, потому что из Украины давно делали антироссию. Из Украины делали активнейшим образом плацдарм для подрыва всего русского. Это вот была часть большой геополитической игры. Ну, помните, Збигнев-Бжезинский. Украина с Россией, Россия с Украиной – это сверхдержава, а Украина без России – это вообще ничто, какая-то региональная страна. И он же, по-моему, сказал, что надо всячески использовать Украину для подрыва российских интересов, российского влияния, российской культуры, в том числе, отмечу особо, призвал использовать Украину для развала православия,
что сейчас, в общем-то, активно делается. И президент Порошенко начинал эту линию, президент Зеленский ее активно продолжает. Вот, поэтому, еще раз, у нас нет недостатка в доброй воле, но наши интересы постоянно ущемлять самым грубым образом, создавая физические угрозы безопасности России, мы позволить не можем и не позволим. Перебираемся в Европу. Прошу прощения, еще один вопрос. Очень короткий. Как вы оцениваете текущую ситуацию после переговоров с Украиной? И какие возникают проблемы, крупнейшие проблемы, связанные с переговорами? После переговоров они еще не начались, вот сейчас должны начаться. Я думаю, что глава делегации, который ведет переговоры с украинской стороной, по их завершении, конечно же, сделает заявление, и тогда мы все узнаем. Спасибо. С нами на связи Париж. Перельман, прошу вас. Yes, Mr. Lavrov. Да, Франк Перельман, Марк Перельман, Франс 24. На дипломатической арене Россия изолирована, и лишь четыре страны проголосовали против резолюции, в соответствии с которой Россия должна прекратить военную операцию. Это голосование прошло в Генеральной Ассамблее, и в дипломатическом смысле это получается фиаско, это поражение России. В своих поступках, о поступках моей страны, мы убеждены в том, что мы поступаем правильно. Я еще раз хочу сказать, плохо, очень плохо, что гибнут люди. Но вот мы, я думаю, не о дипломатическом фиаско, я думаю о дипломатическом таланте Запада. Люди гибли тысячами. Около 14 тысяч погибло за 8 лет войны на Донбассе. Никто, ни из вашего канала, ни из других средств, средств массовой информации Запада, не, даже мысль не пришла съездить в Донбасс и посмотреть, как живут люди, которых украинский режим объявил террористами, хотя они ни на кого не нападали, на них напали. И объявили террористами и так далее. И посмотреть, как эти люди подвергаются ежедневным обстрелам, как убивают мирных жителей, как разрушают школы, детские сады, как совершаются террористические акты. Вот понимаете, если вы к критериям ваших профессиональных действий выбираете то, что вот Запад сказал, значит, так оно и должно быть, и если для вас вот 8 лет молчания не только западных СМИ, но и западных политиков, 8 лет торпедирования минских договоренностей, когда украинский режим не только их не выполнял, но и продолжал применять силу против мирных граждан, и вот эти 8 лет полного игнорирования и молчания, если вы считаете это дипломатическим триумфом, это ваше право. Вы представляете свободные медиа, как я понимаю. А если вы считаете то, что Россия встала на защиту своих интересов, и НАТО, наконец, вы сказали, НАТО сплочена как никогда. НАТО искала способа вернуть смысл своего существования. Он исчез после исчезновения Советского Союза и Варшавского договора. Потом появился Афганистан. Сейчас Афганистан НАТО победоносно покинуло. И опять отсутствовал повод для того, чтобы объединяться и всех союзников держать в узде. О какой там стратегической автономии, говорит президент Макрон? Никто никогда в жизни не позволит никому иметь стратегическую автономию. Соединенные Штаты это уже четко показали. И вот это является, наверное, дипломатическим триумфом Соединенных Штатов. Но я тогда уже не буду говорить, на кого падет дипломатическое фиаско в Европе. А что касается арифметики, которую вы упомянули, мы знаем очень хорошо, какими методами западные коллеги наши добиваются таких результатов. Чистый шантаж, выкручивание рук, впрямую говорят всем без исключения странам, будет голосование, вы обязаны голосовать так, как мы скажем. Напоминают
деятелям в зарубежных странах, у кого есть счета на Западе, у кого дети учатся в университетах западных стран. Вот прямо так. Без стеснения. Я это знаю, потому что мне многие мои друзья объясняют, что на них так давят, и говорят: ты извини, мы не можем по-другому голосовать. Это вопрос как бы жизни, вот лично моей жизни, моей семьи, ее благополучия. Да, такими методами достигается дипломатический триумф, я вас поздравляю. Но правда все-таки она пробьет себе дорогу. И еще раз приглашаю, видимо, никто из вас не посещал сайт нашего министерства, где приведены документальные, совершенно неотразимые факты того, что творила украинская военщина, неонацисты на Донбассе и в других частях Украины. Поэтому мы не ощущаем такого политического одиночества. Благодарю вас. Пожалуйста, британский телеканал Мистер Лавров, господин Лавров, еще один вопрос. Есть планы по поводу изменения ситуации на Украине? Решать вопрос о том, как дальше жить Украине и кого выбирать для того, чтобы этой страной руководить, должен сам украинский народ. Вернее, все народы, живущие на многонациональной Украине. Спасибо. Британский телеканал ITN. Кэти Ньюман, вы на связи? Мистер Лавров, I want to ask you... Господин Лавров, хочу спросить про Полину Заходинскую. Она была в начальной школе, ее застрелили россияне, русские. Она была в Киеве. Я знаю, что у вас есть дочь. Посмотрите мне в глаза и скажите, как вы спите по ночам, зная, что российские бомбы и пули убивают детей? Могу сказать дополнительно к тому, что я уже сказал. Любая человеческая жизнь бесценна. Любые боевые действия сопряжены, к сожалению, с жертвами. И не только среди военнослужащих, но и среди мирных граждан. Наши военнослужащие, которые участвуют в специальной операции, они имеют жесткий приказ использовать только высокоточное оружие для подавления военной инфраструктуры. И даже вот в казармы, где просто украинские военнослужащие расположены, они не подлежат какому-либо нападению, каким-либо ударам. Я могу только выразить соболезнования всем тем, кто является родным, близким. Вы говорите, высокоточное оружие, но сотни мирных граждан уже погибли. Сейчас Международный уголовный суд начинает расследование. Вы готовите свою стратегию обороны и защиты в суде по военным преступлениям? У вас будет наверняка аудитория. Вы будете даже эту аудиторию заводить так эмоционально. Это ваша работа, как я понимаю. Это не столько средство массовой информации, сколько инструмент вбивания в головы людям того, что нужно западным руководителям. Я еще раз хочу сказать, не оправдываю никаких действий, которые приводят к гибели гражданских лиц. Но не мы придумали выражение «collateral damage». Его придумали наши западные коллеги во время своих авантюр и в Ираке, до этого в других странах, и в той же самой Латинской Америке, в Ливии. Вот вы хоть раз вот с таким же надрывом эмоциональным освещали ситуацию, как она развивалась в Ираке и в Ливии, когда сотни тысяч погибших среди гражданских людей находились? Я не помню. Поэтому я вижу, что ваш вопрос такой риторический. Yes, absolutely, Mr. Lavrov, I have. But this is... Да, господин Лавров, я так делала, но вы начали эту войну, и кровь Полины на ваших руках, господин министр. Понимаете, играть вот в эти игры, вы сейчас выступаете как какой-то ток-шоу. Если вы хотите знать мою позицию, по-моему, я ее самым подробным образом, в том числе на тему гуманитарных аспектов нынешней операции, изложил. Но я... очень хочу, чтобы вы... Я понимаю, что вы будете все это освещать так, как вам надо. Но я просто очень хочу, чтобы вы
помнили, ну, наверное, совесть-то есть у любого журналиста, который выполняет заказ, чтобы вы помнили, как вы вели себя все эти 8 лет, когда таких девочек, женщин, стариков убивали тысячами на Донбассе, убивал украинский режим. И заходите на сайт нашего министерства. Мне очень не хочется занимать ваше время многочасовыми рассказами. А если вы так беспокоитесь и правильно делаете о гуманитарных последствиях любых боевых действий, то вам, наверное, сам Бог велел посмотреть на те страницы, которые вы пока еще предпочитаете не затрагивать в своей профессиональной деятельности. Спасибо. Переходим к следующему журналисту. Пожалуйста, американское информагентство Associated Press, Харриет Моррис, прошу вас. Здравствуйте, господин министр. Добрый день. Спасибо. Россия официально потеряла 500 солдат всего лишь за неделю боевых операций. И оценки другие намного выше. Мы видим, что это компания, которая является одной из самых дорогих в недавней истории России, намного дороже, чем то, сколько стоила война в Афганистане или Чечне. Официальная позиция такая, что россиян примут с открытыми распростертыми объятиями американцев, и украинцы сложат оружие немедленно. Что пошло не так? Субъективный взгляд. Потери есть, потери всегда бывают в таких ситуациях, это я уже отмечал. Что касается того, что все пошло не по плану, я не думаю, что вы знакомы с теми планами, которые, в общем-то, носят закрытый характер и которые лежат в основе действий нашей группировки, осуществляющей по приказу президента специальную военную операцию. Это такой вопрос абстрактный. Я хочу только еще раз подчеркнуть, что нельзя эту ситуацию рассматривать в отрыве от всего остального, в отрыве от тех 30 лет, которые были заполнены самыми разными событиями в отношениях между Россией и Западом и в отношениях Запада с остальным миром, особенно Соединенных Штатов. Путин неоднократно говорил, угроза пришла прямо на нашу границу. Вот вы знаете, ну, я думаю, что секрет не раскрою, есть у нас данные, что Пентагон очень сильно озабочен судьбой объектов химических и биологических на Украине. Потому что Пентагон на Украине активнейшим образом построил две биологические военные лаборатории и там занимался разработкой патогенов. Сейчас они обеспокоены в Киеве и в Одессе. Они сейчас обеспокоены, что эти лаборатории, значит, он потеряет контроль над этими лабораториями. А знаете, что это такое? Это, кстати, американцы при этом категорически отказываются учреждать механизм проверки в рамках Конвенции по запрещению биологического оружия и строят биологические военные объекты по периметру Российской Федерации. И на Украине строились военные базы, британцами в частности. И многие другие вещи происходили, когда Центральное разведывательное управление постоянно и в огромном количестве присутствовало там, готовили украинскую армию, тренировали. Явно не для того, чтобы воевать с Польшей. И когда происходили вещи, скажем, в том же Ираке, когда Соединенные Штаты объявляли, что это угроза национальной безопасности Соединенных Штатов. Вы кто-нибудь задали вопрос, а с какой стати за 10 тысяч километров Соединенные Штаты решили наводить порядок? Нет, вам это в голову не пришло, потому что это вот великодержавие такое высокомерное. А когда Россия говорит, вот она, угроза для нас, нам объясняют, да как никакой угрозы нет. Вы в безопасности. Мы сами будем определять условия, которые необходимы для нашей безопасности, когда это находится прямо вплотную к российским границам. Мы не лезем за 10 тысяч километров наводить порядки по каким-то своим правилам. Поймите, пожалуйста. И здесь это вынужденное решение, потому что нас просто не слышали и врали нам на протяжении последних 30 лет, получается, с 90-го, с 91-го года. Поэтому когда-то мы, наверное, должны будем все-таки договариваться, но договариваться мы должны на основе того, что все обязались делать. Не укреплять свою безопасность за счет других и не претендовать на то, что кто-то может здесь доминировать. Только равноправный диалог. А к этому наши западные коллеги не готовы и сейчас вот играют в абсолютное добро,
делая из себя абсолютное добро через грубое злоупотребление всеми дипломатическими методами, заставляя малые и средние страны действовать, как им прикажут. Вот, к сожалению, такая... Но это, понять, не раз такое бывало в мировой истории, и в российской истории такое бывало многократно. Поэтому я бы не стал делать преждевременных оценок. Идет операция, которая имеет ясные цели, они обозначены. Демилитаризация Украины с точки зрения недопущения нахождения там в какой-либо период угрожающего России оружия, денацификация Украины, потому что приговор Нюрнбергского трибунала никто не отменял, и, безусловно, обеспечение гарантий для Украины без вступления в НАТО. Президент подчеркивал, что расширение НАТО неприемлемо, но мы готовы, мы открыто обсуждать пути обеспечения гарантий безопасности и Украины, и всей Европы, и, конечно же, Российской Федерации. Спасибо. Мы снова направляемся в Париж. Телеканал ТФ1, Дариус Рожман, пожалуйста. А можно задать второй вопрос, чтобы прокомментировать то, что вы сказали здесь относительно требований России? Вы сказали, что Россия хочет, чтобы Украина капитулировала. Готовы ли вы иметь дело с президентом Зеленским? И что именно нужно ему сделать, на что нужно пойти, чтобы остановить боевые действия? Вы хотите занять контроль, занять всю территорию Украины, обрести контроль над всей территорией? Это означает полное уничтожение украинской армии? Это того, о чем вы так эмоционально тоже говорите. Я еще раз напомню, как-то вот получается, я стараюсь объяснять, а мне опять задают вопросы, как будто не слышали моих ответов. Мы готовы к переговорам. И когда президент Зеленский попросил о переговорах, президент Путин тут же согласился, направил делегацию. Потом президент Зеленский передумал. Наверное, ему американцы сказали, чтобы он не торопился. А потом они все-таки сказали, нет, мы приедем. А потом приехали не в тот день, когда договаривались, а через сутки. И мы их ждали там, и переговоры состоялись. Наша позиция переговорная есть у украинских коллег. Они нам обещали вот привести на этот тур переговоров свою переговорную позицию. Мы готовы разговаривать, но продолжать нашу операцию мы будем, потому что мы не можем позволить себе сохранить на Украине инфраструктуру, которая угрожает безопасности Российской Федерации. И демилитаризация в этом смысле, в смысле уничтожения угрожающей нам инфраструктуры и вооружений, она будет доведена до конца. Даже если мы подпишем мирную договоренность, она обязательно должна будет такой пункт включать. Да, и мы все-таки направляемся в Париж. Дариус Рожман, вы на связи? Телеканал ТФ1. Yes. Да, господин министр, спасибо. Президент Макрон, президент Путин часто на связи друг с другом. Как вы думаете, у Франции есть специальная роль в урегулировании конфликта? Имеют достаточно долгие традиции посредничества в различных конфликтах. Мы помним президента Саркози, когда он помогал урегулировать ситуацию, начавшуюся с преступного приказа Саакашвили бомбить миротворцев и Южную Осетию. И знаем, что президент Макрон активно участвовал, и его предшественник активно участвовали в создании того самого нормандского формата, в рамках которого были достигнуты минские договоренности. Другое дело, что договоренности были... были важным этапом в этих усилиях, но на этом все закончилось. И после того, как их подписали, после того, как эти договоренности одобрил Совет Безопасности ООН, ни Франция, ни Германия ничего не сделали для того, чтобы заставить Украину их выполнять. Наоборот, они стали говорить, что Украина не должна их выполнять, и что выполнять должна их Российская Федерация. И что не должно быть никакого прямого диалога между Киевом и Донецком, и Киевом и Луганском, потому что это все, так сказать, бутафория, а на самом деле виновной является Российская Федерация.
мы пытались вразумить наших партнеров, французских и немецких, показывали им тексты минских договоренностей, тексты резолюции Совета Безопасности, где прямо сказано, что все ключевые вопросы урегулирования должны быть согласованы с Донецком и Луганском. Не помогало. И, конечно, меня, вот я уже упоминал, то, что президент Макрон проявляет инициативу, это он не раз и общался лично, в том числе вот недавно совсем был его визит, а по телефону и так очень часто разговаривает с президентом Путиным. Сейчас, когда мы с вами общаемся, по-моему, идет очередной телефонный разговор. Ну, мы будем только рады, если Франция на этот раз все-таки поможет достичь договоренности, которая опирается на принципы, одобренные в рамках ОБСЕ и в целом в рамках международных отношений. Но когда президент Макрон говорил сегодня, я уже ссылался на это высказывание, что утверждение про то, что расцветает неонацизм на Украине, это ложь, ну, из уст союзника такое слушать. Потому что если не видеть, насколько похожим является происходящее на Украине и по отношению к евреям, и по отношению к русским, агрессивные высказывания, факельные шествия и много-много просто физических преступлений, в том числе на Донбассе. Да, и вот когда господин Шольц, канцлер Германии, тоже партнер Франции по нормандскому формату, бывшему, как я понимаю, теперь уже, говорил, что смешно утверждать, будто на Украине есть признаки геноцида. Но тоже из уст представителей Германии это слышать не очень приятно, если не узнают таких признаков наши немецкие коллеги. А он, кстати, недавно сказал ситуации, он же Шольц, сказал, ситуация в Европе очень серьезная, и мы такого не видели 75 лет. А что значит ситуацию, когда бомбили Югославию, наши немецкие коллеги забыли или не заметили, проспали ее, может быть? Понимаете, вот мы сегодня постоянно, куда бы мы ни направили нашу дискуссию, мы натыкаемся на двойные стандарты. И вот это вот абсолютное добро, которое сейчас стремятся создать наши американские коллеги с вашей помощью, оно включает все, что вам можно все, выносить приговоры в тех ситуациях, когда вы считаете это нужным, и замалчивать ситуации, которые вам неудобны, потому что к ним непосредственно причастен Запад, прежде всего Соединенные Штаты. Я понимаю, у вас есть солидарность, союзничество, но от этого миру, международным делам от этого не легче. Это диктатура, по большому счету. Вот что вы сейчас пытаетесь установить в Российской Федерации. Никакой демократии, никакого братства, никакого равенства. Но еще раз скажу, что посреднические усилия господина Макрона мы приветствуем, и президент Путин ему многократно объяснял, какими мы видим развязки нынешней ситуации. И если президент Макрон поможет убедить господина Зеленского, чтобы он не шарахался из НАТО в Евросоюз, знаете, это как... А потом говорил о переговорах. My second question, Mr. Minister. Да, пожалуйста. Второй вопрос. Европейский Союз направляет оружие на Украину. Вы считаете, это акт войны? Видите ли вы риск возникновения или начала ядерной войны? Начинаем разговоры про ядерную войну. Эти разговоры начинают и ваш министр иностранных дел Ледриан, который призвал Владимира Путина помнить, что у Франции тоже есть ядерное оружие. И Зеленский об этом говорил, и Столтенберг говорил о том, что если надо будет, мы разместим ядерное оружие еще ближе к Российской Федерации. Это госпожа Трасс из Лондона говорила, что она готова к войне между НАТО и Россией. Это не те самые разговоры, которые вы пытаетесь использовать для того, чтобы и нас, еще нас и в этом обвинить. Хотя, подчеркну еще раз, тему ядерной войны, тему Третьей мировой войны не мы поднимаем в этих дискуссиях. Она, видимо, нужна, чтобы держать в таком постоянном напряжении публику на Западе, чтобы
продолжать русофобию вплоть до того, что любой русский подвергается сейчас агрессии, студентов выгоняют, артистов не пускают выступать, спортсменам перекрывают возможности. Это, знаете, что еще? Вот я сейчас понял, что это такое в том числе. Это в том числе и недобросовестная, нечистоплотная конкуренция. Чтобы полегче было и в спорте, и где-нибудь в искусстве, и в других сферах человеческой деятельности. Это нечистоплотно, непорядочно. Вот. Поэтому я очень надеюсь, что вот сейчас перебесятся наши главные партнеры, и мы будем готовы разговаривать, но разговаривать, как я уже сказал, исключительно по-деловому, прагматично, на основе равноправия. Если рассчитывают то, что вот сейчас, после того, что происходит, мир будет другим, а Россия будет сидеть под лавкой и подчиниться диктату, это расчеты с негодными средствами. В общем, надо помнить нашу историю. Мы никогда под диктатом никаких договоренностей не заключали. Благодарю вас. Пожалуйста, Russia Today, Илья Петренко, ваш второй вопрос. Спасибо большое за возможность второй вопрос задать. Сергей Викторович, один из моих коллег упоминал уже результаты голосования по резолюции в Генассамблее. И вы, конечно, знакомы с этими результатами. Вы также знакомы с тем, как голосовал Совбез. В связи с таким отношением к позиции России на данный момент, будут ли как-то меняться внешнеполитические приоритеты России, векторы развития? Может быть, мы, скажем так, повернемся в какую-то другую сторону? И чтобы быть честным, позвольте еще один вопрос задать по примеру коллег сразу. До сих пор не было предоставлено никаких гарантий безопасности со стороны Запада, а мы от вас слышали уже много раз, насколько это важно. Как вы считаете, та кампания, которая сейчас Москвой была развернута на Украине, приведет все-таки к тому, что какие-то гарантии безопасности от Запада будут предоставлены России? Спасибо. Ну, любые конфликты заканчиваются договоренностями, поэтому, ну, это не от нас зависит. Наша позиция известна, нас просто не слушали 30 лет. Наши озабоченности прекрасно Западу известны. Высокомерно игнорировать их бесконечно не получилось и не получится. И наивные люди только рассчитывали на это. Что касается, повернемся мы ли в какую-либо сторону, знаете, мы готовы работать на всех направлениях, где есть встречная готовность вести дела на основе баланса интересов. Поэтому я вас уверяю, что те страны, которые запретили своим компаниям работать в Российской Федерации, сделали это под огромным давлением. Они сейчас говорят, мы должны страдать, лишь бы только проучить Россию. Вот даже представительница, я не помню, с французской фамилией, представительница Совета Безопасности США, сказала, я прям буквально сегодня читал, Соединенные Штаты не хотят допускать слишком быстрого роста цен на нефть, потому что это будет выгодно России. То есть, понимаете, не потому что бензин будет дорогой на бензоколонках, и американский избиратель будет платить повышенную цену и тем самым испытывать негативные отношения к власти, а потому что это будет выгодно России. То есть у них мозги заточены только на одно – наказать Россию максимальным способом. Это, безусловно, это имеет эффект на экономику, на социальную сферу. Но я вас уверяю, мы решим эти все проблемы, которые нам Запад создает, из желания, еще раз подчеркну, не обеспечить свою безопасность. О безопасности Запада речи вообще не идет. А из желания использовать Украину как предлог, как инструмент, а как предлог для того, чтобы России не позволить занимать самостоятельную политику. Не так мало стран осталось на земле, которые такую роскошь себе могут позволить. Поэтому, если хотите, санкции – это своего рода налог на независимость.
Возвращаясь к вашему второму вопросу по гарантиям безопасности, я вот с удовольствием перечитал то, что профессор университета Чикаго Джон Мершаймер написал 7,5 лет назад, в сентябре 2014 года, после событий в Крыму и на востоке Украины. Он написал буквально следующее. Это тут не так много текста. «Запад ведет Украину путем ложных надежд, а в итоге ее, Украину, ждет крах. А я за то, чтобы обеспечить Украине нейтральный статус и поднять ее экономику, вывести ее из-под двух огней, где Россия и НАТО. Это лучший вариант для украинцев. Но вместо этого мы подзуживаем Украину, чтобы та бычилась перед русскими. Заигрываем с ней идеей того, что однажды она станет частью Запада, а мы одолеем Путина. И все будет, как нам надо. И время на нашей стороне. Ну, а украинцы, конечно, играют в эту игру. И уже не хотят идти с русскими на компромисс, а напротив, хотят занять жесткую позицию. Что ж, если они это сделают, для них все кончится плохо. И мы сейчас занимаемся тем, что провоцируем наступление такого исхода. А мне кажется, гораздо больше смысла будет в создании нейтральной Украины. В интересах США положить конец этому кризису как можно скорее. Это также в интересах России. А больше всего это в интересах Украины. 7,5 лет назад статья была опубликована в Foreign Affairs. Весьма авторитетное, уважаемое издание. И к нему прислушиваются в Белом доме и в Госдепартаменте. Но, как видно, в этот раз не услышали. И не услышали, я убежден, что в курсе Белый дом и американское руководство о наличии такого рода настроений. Но их просто не учитывают, потому что цель была другая. Цель была не обеспечить безопасность Украины на основе баланса интересов и Украины, и США, и России. А цель была демонизировать, добивать Российскую Федерацию. Она была изначально поставлена, и тут никаких сомнений уже теперь не осталось, к огромному сожалению. Большое спасибо, Сергей Викторович. Благодарим вас за уделенное нам время. Спасибо всем, коллеги. Я понимаю ваши эмоции, но журналистика все-таки предполагает сопоставление фактов. Поэтому приглашаю еще раз, посещайте сайт нашего министерства. Спасибо.